Добрый день, дорогие друзья компании Rispropertyрада приветствовать вас в Турции. Меня зовут Полина, я ведущая видеоканала компании RispropertyСегодня мы с вами приехали в район Махмутлар. Здесь я хочу познакомить вас с меблированными апартаментами планировкой 2 плюс 1. Располагаются они в современном комплексе с богатой инфраструктурой. В свою очередь, комплекс имеет весьма удачное место расположения. Это шаговая доступность к автобусным остановкам, также шаговая доступность ко всей городской инфраструктуре, ну и буквально 10 минут ходьбы до моря. Прямо сейчас я предлагаю вам пройти в апартаменты и посмотреть их. Сейчас мы с вами находимся в прихожей данных апартаментов. Здесь у нас имеется шкаф для хранения верхней одежды и обуви. Слева от меня находится санузел с душевой кабиной. Также прямо передо мной хозяйская спальная комната, ее мы посмотрим чуть позже. Справа от меня детская спальная комната. Ну а здесь уже у нас с вами находится просторная светлая гостиная, совмещенная с кухней открытого плана. В кухонной зоне установлен комплект корпусной мебели. Также имеется вся необходимая бытовая техника. Что касается гостиной, то здесь она у нас также оборудована всей необходимой мебелью. Это угловой диван, также имеется телевизор, конечно же. И кроме всего прочего, из гостиной у нас имеется выход на просторный балкон с прямым видом на Средиземное море. Сейчас мы с вами находимся в хозяйской спальной комнате. Здесь слева от меня располагается индивидуальный санузел с душевой кабиной. Ну а здесь уже непосредственно у нас располагается сама спальная зона. Установлена двуспальная кровать, также имеется достаточно большой шкаф для хранения одежды. Кроме этого, имеется небольшой комод с зеркалом. Также хочу отметить, что во всех комнатах установлены кондиционеры. Сейчас мы с вами находимся в детской или же гостевой спальной комнате. Здесь у нас установлена односпальная кровать, и прямо напротив кровати установлено окно с прямым видом на Средиземное море. На территории комплекса имеется открытый плавательный бассейн с водной горкой, а также тренажерный зал, турецкий хамам, сауна и паровая комната. Более подробную информацию, а также стоимость данных апартаментов вы, как всегда, найдете на нашем сайте www.rispropertyrada.ru. Ссылка на этот объект появится прямо под видео. Не забывайте ставить нам лайки, а также подписываться на наш канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видеообзоры.